Внезапно свояла лимонную карамель и решилась ее заснять. Вот здесь вот. А здесь я что-то подумала, пока резала очередную партию яблок на сушку, яблоки Победа, что если клубнику с сахаром перетирают, замораживают, а потом едят, моя уже слопанная, и когда доставала из холодильника, из морозилки, она была похожа, ну, как бы на мороженку. Я подумала, может быть, яблоки перетирают с сахаром. Ну, видно, тут у меня, короче, покупала я как-то сахар с коричкой, рафинад. Ну, и у меня тут эти тертые яблоки, уж не знаю, что тут будет. Вот подожду, пока он подрастает, уберу морозилку. А потом, ну, если вспомню, то сниму. Вот такой у меня тут. Это что-то по типу видеокниги еды, да, получилось. Вообще, видос, реклама у нас есть. Магазин, две штуки, но я в одном только была недавно. Упаковка называется. И вот там вот такие вот контейнеры по 100 штук продают. Ну, от разной цены, от 3 чем-то рублей, еще сколько-то. И вот я тут упаковку таких 100 штук приобрела. Удобно, однако.